Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Разрушение Иерусалима и пленение израильтян. В 9-й год царствования своего, в 10-й месяц, в 10-й день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму, и осадил его, и устроил вокруг него вал. И находился город в осаде до 11-го года царя Сидеки. В 9-й день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли, и взят был город. И побежали все военные ночью по дороге к воротам между двумя стенами, что подле царского сада. Халдеи же стояли вокруг города, и царь ушел дорогой к Равдиву. И погналось войско халдейское за царем, и настигло его на равнинах Иерихонских. И все войско его разбежалось от него. И взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ривну, и произвели на ним суд, и сыновей Сидеки закололи пред глазами его, а самому Сидеки ослепили глаза и сковали его оковами, и отвели его в Вавилон. 5-й месяц, 7-й день месяца, то есть 19-й год Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского, в Иерусалим и сжег дом Господень и дом царя, и все дома в Иерусалиме, и все дамы большие сжег огню, и стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, бывшее у начальника телохранителей, и прочий народ, оставшийся в городе, и переметчиков, которые передались царю Вавилонскому, и прочий простой народ выселил Навузардан, начальник телохранителей. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.